статусом город стал территорией опережающего развития. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, сообщается правительство. Постановление опубликовано 4 января, но известие о подписании пришло в последний день 2016 года. Добиться этого было нелегко, но мы сплотились, научились преодолевать самые сложные препятствия. Появились новые ресурсы, новые люди, новые возможности. В новом году предстоит сделать еще больше. Теперь этот статус – наша новая точка отсчета большой работы на благо нашего города. В течение полутора лет руководство Кумертау проводило планомерную работу совместно с Фондом развития моногородов и другими институтами развития по диверсификации экономики и привлечению инвесторов на территорию города. Примером служит успешный опыт работы с фондом, который выделил более 300 миллионов рублей для обеспечения инфраструктуры маслоэкстракционного завода. Инвестор получил займ в размере 1 миллиарда рублей под 5% годовых на 8 лет. Серьезным подспорьем крупным производством становится малый и средний бизнес, на развитие которого только в 2016 году было привлечено порядка 95 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Эта цифра больше показателей 2014 года почти в 7 раз. В 2016 году мерами поддержки воспользовались 111 представителей малого и среднего предпринимательства. Получатели поддержки создали 231 новое рабочее место. Почти 20 миллионов рублей направлено на стартапы. Это 20% из всего объема. 35% денег пошло на приобретение нового оборудования, 40% на покрытие лизинговых затрат. Впервые в этом году деньги выделяли и на социальное предпринимательство. Территория опережающего развития Кумертау позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить занятость населения за счет диверсификации экономики. Для резидентов территории предусмотрены серьезные налоговые льготы минимум на 10 лет. Понижена ставка налога на прибыль не более 5% в течение первых 5 налоговых периодов с момента получения первой прибыли и не менее 12% в течение следующих 5 налоговых периодов. Территория опережающего социально-экономического развития – это свобода от уплаты налогов на имущество и землю, а также пониженные тарифы страховых взносов, которые составят 7,6% от фонда оплаты труда вместо обычных 30%. Для получения статуса резидента необходимо в первый год после регистрации реализовать проект с объемом инвестиций не менее 5 миллионов рублей и создать не менее 20 рабочих мест. В Кумертау, не дожидаясь, когда выйдет постановление о присвоении статуса ТОСР, велась активная подготовка. Были сформированы земельные участки и базы свободных помещений, инвестплощадки обеспечивали необходимой инфраструктурой. Городской округ готов щедро поделиться налоговыми льготами с инвесторами, чтобы вместе достичь точек роста, вывести экономику в разряд самых успешных на отдельно взятой местности, вместе вступить на территорию успеха.